и маленьких дерев, а с ними великанов. Я чувствую не гнев, но ропот. Кто предстанет пред ними там? И кто простит или осудит деревья? Это Бог. Он праведен, но скуден. Он много не сулит и не дает поблажки, и в жертву индивид приносится фуражки. А тот, кто был в пальто и в ватнике из френчи, уходит в решето на дно столоверчение, симпозиум синий и спириты в круг кроны. Что я вам? Не о ней скажу. Не знаю, клёны.